В сердце старого города Иерусалима проживает небольшая община армян. Они здесь уже более 1500 лет. В самые тяжелые периоды армяне умудрились сохранять свое присутствие на Святой Земле, в отличие от других христиан, которым это не удалось. На протяжении веков армянские монастыри лишь принимали паломников. В начале 20 века, в период геноцида армянского народа в Османской империи, Иерусалимский монастырь открыл свои двери беженцам, которые в нем остались жить. Беженцы вернули почти ассимилировавшимся среди арабов местным армянам культурный аспект и знание родного языка. Сегодня в армянском квартале проживает около 700 армян, и им очень важно не утерять свою культуру и традиции. В годы британского мандата в Иерусалиме поселились несколько известных армянских семей, которые были признанными мастерами по армянской керамике. Среди них знаменитый Давид Оганесян. Также одним из ярких творческих представителей общины является известный музыкант и мой хороший приятель Апо Сагагьян. Я приглашаю вас в армянский Иерусалим, чтобы познакомиться ближе с этой уникальной и необычной общиной.